О, кажется, посуда пришла. Встаем, одеваем топчушки. Точно. Всем привет, с вами Монах Синема. Тут посылочка пришла, видимо, от Деда Мороза. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим, что там пришло. Запечатано наглухо. Что-то даже не хочет она открываться. Но состоит из двух частей. Вот прям вижу. Две части точно есть. Да. Состоит она из двух частей. Одна и вторая. Ну, запечатано, скажу вам, так себе. Это первую вскрыли. Ну, а вторую тоже вскрывать надо. Вообще китайцы профессионально все вообще это заклеивают. Вот. Причем так заклеивают, что потом ни хрена не оторвешь. Ага. Итак, поехали. Вскрываем. Ёк-макарёк, что мы здесь видим? А видим мы здесь вот такой вот пауэрбанд. Зарядка от солнечной батареи. Вот так вот мы его вынимаем. И обратите внимание. О, вообще приятно держится в руке. Так, здесь у нас силиконовые такие две штучки. Зарядка сюда вставляется. Провода, в смысле. Забыл, как называется. USB. Раз. Два. Проводочек один. Так. Это мы закрываем. Здесь вот такой вот носик есть. Можно повесить, он, правда, пластмассовый. И, наверное, быстро отлетит. Вот. Тут вот что-то непонятно чего. Как это все работает. О, подсветка. Слушайте, подсветка загорелась. И уже видно, сколько тут зарядки осталось. Видите, да? Ага. Ага. Ничего себе. Да. Тут чуть-чуть разобрался, короче. Смотрите, ситуация. Тут, оказывается, эта кнопка, она выполняет несколько функций. Вот. Первое, это когда на нее нажимаешь, загорается индикатор, ну, насколько у вас батарея заряжена. Так? Вот. Если нажать два раза, то загорается свет. Сейчас выключу. Вот. Ну, сейчас ничего не горит. Нажимаете два раза, загорается свет. Но он, оказывается, можно поэкономнее сделать, но чтобы он не такой был яркий. В принципе, сейчас заходили в ванную, проверяли. Ну, видно, но не шикарно. Не, то, не прям как днем. В общем, второе короткое нажатие. Он просто чуть потускней горит. Вот. А если еще раз нажмете короткое, то SOS будет. Это если что-то с вами случилось где-то в лесу, да, вот, то вы можете этот повесить его наверху где-то, чтобы он питался солнечной энергией и выдавал как бы ночью вам эти, чтобы вас кто-то спас. Вот, но если с вами что-то случилось в тайге, 50% тому, что вам жопа. Ну, без обид. Вот, так. Ну, на этом вроде все. Вот так, в принципе, довольно-таки прочный. Ну, и так, и удобно в руке держать. Вот. А потом, нет у меня моего телефона, да, куда я не помню, где оставил. Ну, суть не в этом. Вот, допустим, айфоновский чехол. Вот. Ну, размером
с телефон. Ну, мой побольше, он как раз будет вот с этот размер. Вот. Блин, хорошая вещь, мне нравится. Да. Короче, в этой штуке есть вот такая вот штучка. И вот такой вот бесполезный компас. Ну, как приблуда, ее можно куда-то там повесить на рюкзачочек. И будет так болтаться. Это первое. Вторая. Вторая точно такая же. И никаких изменений. Одна такая штучка. Одна такая штучка. Точно такая же. И точно такая же брелочек. Все. Больше здесь нечего. Вот такая вот штука пришла. Как это будет работать? Странно. Никакой инструкции, главное, нету. Одна только кнопочка. Вкл, выкл. И когда мы на нее нажимаем, вот коротким нажатием. О! Надо было два раза всего нажать. И у нас загорается прекрасный фонарь. О, два раза выключили. Один раз нажимаешь, он показывает, сколько заряда. Один раз нажал, а два раза фонарик. О! Ничего себе! Все, разобрались. Ладно, всем привет, всем пока. Все, счастливо.